Пришло время. Я вижу твое желание. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать, буду бить. Почему попало? Извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу. На руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнить, что тебе сказано. А не выполнишь, дочку свою больную, может, и не увидишь больше, понятно? Но я уж позабочусь, чтобы ты увидел. Ты, Ред, главное приказать не забудь. Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок. Два раза ходил. Эти свои два раза в карман спрячь. Или жопу. Приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты галоши водить умеешь? А, умеет, хорошо водит. Хорошо так хорошо. Тогда... Ну вот. С Богом.